Здравствуйте, вы смотрите «Итоги дня». Мы расскажем о том, что произошло в Ульяновской области 14 августа. Меня зовут Дарья Сударева, смотрите сегодня в программе. Город трудовой доблести, ульяновцы выберут место силы. В Димитровграде не могут сдать школу, а жители теряют рабочие места. Рекордный урожай. Сколько зерна собрали в Чердакринском районе и зачем комбайнерам песни? У хлеборобов региона продолжается уборочная страда. Собрано почти 1,5 миллиона тонн зерна. Это 57% площадей. Меликесский район перешагнул показатель в 200 тысяч тонн зерна и пошел уже за третьей сотней. Несколько муниципальных образований собрали по 100 тысяч тонн урожая. Это Чердаклинский, Сурский, Старомаинский и Целининский. Наша съемочная группа побывала в хозяйстве «Золотой теленок», которое находится в селе Уразгильдино Чердаклинского района. Много ли зерна в этом году и как поддерживают настроение комбайнерам местные женщины, расскажет Виктория Черкова. Золотая рожь поспела, уборочная кампания в разгаре. В Чердаклинском районе средняя урожайность составляет 51 центнер на гектар. В этом году ценная культура бьет рекорды по количеству. По сравнению с 2019-м разница колоссальная. Намолот прошлого года 100% намолота составлял 146 тысяч тонн. Я как уже сказал, в этом году 61% мы уже намолотили, 149 тысяч тонн. Чтобы собирать урожай, необходимо правильное настроение. В этом уверены певицы из местного вокального коллектива. Они регулярно выезжают на поле, чтобы порадовать хлеборобов. Творческие дамы исполняют народные песни на русском и татарском языках. На таких больших полевых, конечно, работах мы с радостью выступаем. Мы очень любим своих тружеников, мы гордимся ими, гордимся их достижениями. На угодьях села Уразгильдино собирают не только рожь. На один гектар пшеницы пришлось 56 центнеров. Показатели отличные. Уборочная кампания пройдет за 10 календарных дней. Виктория Черкова, Александр Кудряшов, новости Улправды ТВ. Образование, благоустройство, спорт. Губернатор Ульяновской области в пятницу весь день работал в Димитровграде. Сергей Морозов провел ряд встреч и переговоров, обсудил реализацию различных проектов регионального и федерального значения. Не обошли в этот день и одну из главных тем последних недель – ситуацию вокруг возможного закрытия одного из предприятий в Муловке. Работники спиртзавода «Гиппократ» в пятницу утром передали губернатору Ульяновской области письмо с просьбой не оставлять их без работы, а семьи без средств к существованию. Морозов пояснил, позиция региональной власти по-прежнему жесткая в отношении предприятия, которое имеет отношение к сложной экологической обстановке в населенном пункте. Глава региона напомнил, что не собирается отзывать иск о приостановке деятельности Гиппократа до тех пор, пока руководство предприятия не займется решением проблемы. Я за то, чтобы рабочие места были. Я за то, чтобы, так сказать, у нас был хороший налогоплательщик здесь в Муловке, в Меликесском районе. Но при одном условии, что вы будете законопослушны, чтобы ваши начальники платили вам зарплату не в конвертах, а открыто, как и полагается по закону. И второе, чтобы, так сказать, вы не нарушали экологию, потому что вопросом экологии сегодня просто огромное внимание со всех сторон. И в международном уровне, и в России, и у нас в регионе. Но вот 15 лет я смотрю одно и то же. Ваши предприятия, ваши начальники отравляют экологию. В Димитровграде никак не могут решить, где в данном случае поставить запятую. Вопрос с питанием школьников в новом учебном году оказался в довольно странном состоянии. Не могут в городе и доделать работы в 10-й школе, которую несколько лет приводили в нормативное состояние. Подробности в нашем материале. Димитровград вновь в ленте новостей, но отнюдь не с положительными вестями. Социально-экономический блок второго по величине города Ульяновской области дает трещину. На последнем заседании правительства подвели итоги соцэкономразвития региона за первое полугодие. Так, по ряду показателей Димитровград оказался в аутсайдерах. К примеру, упал показатель поступления НДФЛ в бюджет области – минус 7,2%. Растет и безработица. Самое последнее место по уровню безработицы – с самым высоким темпом ежемесячного увеличения, то есть безработицы, это Димитровград. 24 место среди 24 муниципальных образований. За только месяц рост на 1%. В числе худших у нас Барыш 3,53%, Чердаклы 4%,
Подняли тему образования. Опасения у членов правительства вызывает сложившаяся ситуация с 10-й школой. Напомним, капитальный ремонт учреждения растянулся на несколько лет. На все работы были выделены в целом около 140 миллионов рублей. Родители много раз были вынуждены обращаться к властям региона по вопросам закупки оборудования и сдачи объекта в эксплуатацию. По плану школа должна открыть свои двери уже в сентябре. За месяц до открытия начала учебного года школа даже не укомплектована. Это при том, что она очень была нужна. Это к вопросу о том, что нам постоянно пишут с вами письма, а прогарантируйте, что вы эту меру поддержки нам софинансируете, а дайте нам, соответственно, гарантию, что денег дадите. Здесь денег не надо. Здесь полностью все отфинансировать, здесь полностью все сделать. Мы даже не хотим до конца просто отработать то, чтобы запустить и использовать ту инфраструктуру, те ресурсы. Учреждение рассчитано на 400 мест. Пока же набрано чуть более 200 учеников. Вопрос готовности учреждения будет вынесен на обсуждение правительства и парламента. И сегодня, так сказать, вложив такие колоссальные финансовые ресурсы, неоднократно приезжая туда, так сказать, там и в ручном режиме практически ведя стройку, там и Кирсанов сидит там не вылазит, так сказать, и мы там все, и Сан Саныч там почти еженедельно бывает, видим вот эти безобразия, которые там происходят. Вот вам и Красная Дума. В странном состоянии и вопрос школьного питания. За исключением 10-й школы, остальные димитровградские учреждения образования заключили договор на организацию питания с компанией «Альтернатива». Но работать оператор начать не может. Не хватает согласия депутатов Гордумы на передачу в пользование помещений пищеблоков. Кроме того, пока нет документального подтверждения готовности городских властей компенсировать оператору питания горячие обеды для льготных категорий школьников. Вопрос уже на контроле профильного министерства. Анна Тищенко, новости Улправ. На территории выставочного комплекса Ульяновского автозавода, где находится знаменитый ЗИС, руководство области и города объявили о начале общественного обсуждения по определению места установки памятной стелы «Ульяновск. Город трудовой доблести». Как и где будет проходить народное голосование, смотрите в сюжете Ирины Антоновой. Место установки стелы «Город трудовой доблести» ульяновцы определят путем народного голосования. Об этом заявил губернатор Сергей Морозов на встрече с журналистами. Например, сегодня мы с вами вот даем официальный старт общественному обсуждению по выбору места для установки памятной стелы «Города трудовой доблести». Считаю правильным предоставить право выбора такого места силы самим горожанам. Напомним, о присвоении Ульяновску статуса «Город трудовой доблести» стало известно 2 июля с одобрения президента России Владимира Путина. 10 июля было заявлено о решении установить памятную стелу. Чтобы заслужить это звание, в Ульяновской области была проделана огромная работа. Уже в январе при поддержке партии «Единая Россия» создали специальный оргкомитет, куда вошли прежде всего представители Совета ветеранов промышленных предприятий. Очень много было скептиков. Нам многие улыбались и говорили, занимаетесь не тем. Мы не собирали не просто подписи, но собирали и различный информационный материал, который из музеев, из личных воспоминаний сделали определенные сборники и готовили для отправки в Москву. Трудовая доблесть – это 75 героев соцтруда после войны. Наши земляки получили, 5 человек получили звание ордена трудовой славы. В Ульяновске. Их имена, наверное, нужно будет увековечить. Вот то, что Василий Анатольевич сказал, на аллее трудовой доблести. Большой вклад в дело присвоения статуса сделали волонтеры. Мы стартанули 21 февраля во время мероприятия, приуроченного к 23 февраля. Тогда так был наиболее, наверное, позитивный настрой от жителей нашего региона. Тогда выставили первые пикеты. Соответственно, наши ребята совместно с представителями партии «Единой России» выходили как на улицы, так и на массовые мероприятия, на такие проекты, как «Песни памяти» на стадионах. Болельщики тоже ставили свои подписи. В результате 200 тысяч жителей Ульяновской области высказались за присвоение города Ульяновску звание «Город трудовой доблести». Мне сегодня хотелось бы обратиться ко всем жителям города Ульяновска. Именно предложение по установке стелы, увековечению памяти трудового подвига наших старших товарищей поучаствовать. Голосование по выбору места стелы будет проходить со 2 по 13 сентября. Ульяновцам предложат заполнить буклеты, в которых уже указано 4 места для определения места установки стелы. Аллея перед зданием железнодорожного вокзала, площадь перед ДК УАЗ, парк Победы, территория возле Ульяновского патронного завода. 5-й вариант участники голосования могут вписать свой.
Буклеты будут распространяться на улицах, на территориях общественных организаций и предприятиях города. Голосование пройдет в местах, максимально приближенным к избирательным участкам. Принять участие в голосовании смогут все жители Ульяновска в возрасте с 14 лет. Итоги подведут к 15 сентября. Далее будет объявлен конкурс среди архитекторов на лучший вариант стелы. Дополнительно принято решение за счет бюджетных средств обеспечить благоустройство территории, которая будет прилегать к месту установки будущей стелы. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, новости Улправда ТВ. Финал национального чемпионата WorldSkills Russia ежегодно проходит в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы». В этом году в дистанционно-очном формате отборочные испытания пройдут только по 20 компетенциям. Остальные победители региональных этапов сразу попадают во всероссийский финал, минуя дополнительные испытания. На одной из очных площадок удалось побывать нашей съемочной группе. Создать технический рисунок, сшить юбку и блузку. Такую задачу поставили организаторы конкурса WorldSkills Russia в компетенции технологии моды. Все этапы строго регламентированы. Уложиться нужно за 9,5 часов. Конструировать, моделировать и изготовлять в этом году приходится дистанционно. Свои коррективы внесла пандемия. На площадке только один участник, под прицелом одного эксперта и сразу трех камер. За строгим соблюдением регламента удаленно, но непрерывно в прямом эфире следит главный центр управления соревнованиями в Кемерово. Я отвечаю за состояние площадки. Если вдруг какие-то неполадки, Рамиля обращается ко мне, то есть я должна их устранить. Если какие-то серьезные неполадки, там сломалось оборудование, мы связываемся с главным экспертом. Если она нам дает добро, то есть мы разрешаем это делать. Отборочные соревнования для участия в финале национального чемпионата «Молодые профессионалы 2020» стартовали в разных регионах страны 1 августа. На базе Ульяновского техникума отраслевых технологий и дизайна свои силы пробует Рамиля Ахметшина. Новому регламенту даже обрадовалась. Если раньше ехать нужно было в другой город, то в этом году стены родного техникума помогают. Оборудование знакомое, никаких неприятных сюрпризов. Даже когда открыла конверт с заданиями, приятно удивилась. Над похожей блузкой уже работала, а значит справиться со знакомой моделью можно в разы быстрее. Не просто оказалось побороть напряжение эмоциональное. Это очень трудно, очень эмоционально трудно, потому что время прижимает, и когда ты не успеваешь, ты начинаешь очень сильно переживать, и эмоции очень сильно зашкаливают, и поэтому как бы так как мы девочки еще поэтому. Завершился конкурсный день в 19:00. Экспресс-почтой посылка с конкурсной работой отправилась в Кемерово. На протяжении нескольких недель над ее оценкой будут трудиться сразу несколько экспертов. Торжественная церемония открытия всероссийского финала намечена на 6 сентября. Все желающие смогут наблюдать за происходящим с помощью онлайн-трансляции из любой точки мира. Яна Федорищева, Александр Кудряшов, новости Улправда ТВ. Стартовала 11-я музейная неделя. Наша съемочная группа отыскала уникальную экспозицию в Чердаклинском районе. О редких образцах искусства и викторине со внушительным призовым фондом в нашем материале. Миниатюры – редкие экспонаты, представленные в новой выставке Чердаклинского музея. Точная копия императорского яйца Фаберже выполнена из высокопробного серебра. Этот образец высокого искусства является гордостью галереи. По соседству расположены раритетные медальоны с портретами деятелей культуры нашего края. Самая интересная, наверное, экспозиция – это вот это. Мы называем ее «Симбирский пантеон», потому что здесь представлены люди, которые имели отношение к Ульяновску, к Симбирску, или родились здесь, или пребывали какое-то время здесь. Выставка вошла в программу 11-й музейной недели. Кроме созерцания уникальных экспонатов, все желающие могут поучаствовать в викторине. Информацию можно найти в группе Чердаклинского музея ВКонтакте. Тема интеллектуального квеста – деятели Симбирской земли. Подкованных в истории победителей ожидают призы от ювелирного дома Фаберже. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Новости Управды ТВ. В предстоящие сутки в Ульяновской области ожидается переменная облачность. Местами по области пройдут дожди. Температура воздуха днем составит 14 градусов тепла. Ветер северо-западный до 10 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням в 18:30, 20:30 и 22:30, а также на нашем сайте. До свидания.